И всем привет, ребята, вот и наша новая серия по Метро-Рояль. И у меня тут, оказывается, на складе письменцо завалялось, именно желтое. А как мы знаем, там парочка оружия, поэтому сегодня мы его открываем и пытаемся с тем лутом, который нам там насыпет, подняться до фул 6. Ну, или хотя бы до парочки красных лучиков. Так что, надеюсь, у нас с вами все успешно получится. Ну а вам, как обычно, всем приятного просмотра, приятного аппетита тем, кто кушает. Ну и, конечно же, не забывайте про подписку на канал, ведь нас с каждым днем все больше и больше, что просто не можешь не радовать. И также бонусом про Телеграм не забываем, поэтому QR-код на экране, ссылочка в описании. Залетайте и подписывайтесь. Ну а мы начинаем. Погнали. Новый сезон метро в самом разгаре, но катки совсем не идут, и ты уже устал сливать вещи одну за одной. Теперь это больше не проблема, ведь сайт FunPay подготовил для тебя огромный ассортимент различных оружий и всех видов брони. И самое главное, по максимально низким ценам. Так что тебе больше не придется переплачивать, покупая эти же вещи в различных метрошопах, да еще и с огроменными наценками. А еще тут созданы все условия для максимально простой и безопасной покупки. А если ты все еще сомневаешься, то вот тебе мой личный небольшой список покупок. И как видишь, тут даже не самые маленькие суммы сделок. Так что скорее залетай и вооружайся. Ссылочка, как обычно, в описании. Ну а мы продолжаем. О, а мы, кстати, не так уж и далеко от школы. Так что прям сразу бежим в ту сторону и быстрее лутаем это письмо. А еще я очень сильно надеюсь, что там что-нибудь годное выпадет. Потому что тут напрямую зависит. Чем лучше насыпить, тем проще нам будет подниматься. Чё-то как-то странно пока что. На школе и босс стальной. И время уже нормально прошло. По итогу почти никого не слышно. Но зато видно. Он же на босса бежал? В смысле, я же видел, что там кто-то пробежал. А, я понял. Типочек в соседнем здании. Серьезно, он через верх пошел? Он чё? Зачем он через верх пошел? Алло. Ну окей, теперь придется еще и босса забирать. Блин, самое главное, чтобы он еще дронов не выпускал. Я тебя понял. Чего? А чего они такие жесткие? Капец, только подошел и сразу минус все лицо. Где они теперь? Капец, прям над нами еще. Все? Да, теперь я понял тех типов, которые случайно тут отъезжают. И просто за фиолетовый лучик. Ладно, тут в принципе ничего не интересно. Да и тут, наверное, тоже. Я вот только одно не знаю. А с какой стороны лучше ее открывать? Вообще, это как-то влияет на выпадение лута, нет? Потому что это, по-моему, единственная дверь, в которую можно с двух сторон зайти. Ну и самое интересное мы на потом оставим. Сначала тут, тот ящик, а потом оружейки. Я ж надеюсь, хотя бы одна пушка выпадет годная. Ну, наверное, с краю начнем. Я понял, 8x. А тут что? Блин, последний ящик. Алло, можно оружие какое-нибудь? О, улучшенный МГ. Все. Это мы все забираем и бежим до выхода. Пушка есть, поэтому выходим, весь этот хлам продаем, затариваемся и погнали. Блин, вот хорошо, что еще всякой мелочи насыпало. А то я бы офигел, если бы мы вообще без патронов пошли. А так и на вторую сумочку хватило, и немного на затарчик. Вообще, на самом деле, насыпало очень хорошо. Типа, бывает такое, что оттуда и пистолеты одни падают, а иногда и вообще никаких оружий.
А так, у нас есть МКшка, причем улучшенная. Так что, особо страдать, но вроде как мы не должны. Это уже встречают нас? Я понял, это уже встречают нас. А я думал, ботинок идет сзади. Причем типочек даже голый. О! Еще немного патронов. Это нам надо. А так все. Прямиком в босса, и там уже видно будет. Чего? Тут сколько людей на боссе? МК, дробовики, какие-то АКМы с берилами. Ищи, боты вовсю работают. Да, я так понимаю, там очень весело внутри. Но нам ведь туда и надо. Что это такое? А я зашел в соло против сквадов? Серьезно? Это вообще что такое? Капец. Вопрос. А кто... Кто снизу перезарядился? Это еще кто-то подошел? Вы серьезно? Я реально в соло против складов походу зашел. Не, ну огонь. Ну босс-то мы забрали. Только... Ничего ценного с него не выпало. Тут все уже подлутали с него. Да вы хорош. Сколько вас тут? А этот сразу сдох. Чё-то я вообще не понимаю, я куда зашел? Это режим отрядов, режим соло, я не понимаю. Ну и ладно. Самое главное, мы всех забрали. Залутали кучу жетонов, и теперь можно пробежать и еще остаток пролутать тут. О, кстати, еще начищены. Кстати. Все, молчу, там уже его разбирают. Блин, надо перехватить его. Хотя там по-любому все в сейф уберет. Но нам же терять нечего. Так что можно и до него прогуляться. Это же он бежит, да? Да ладно, еще и шестерка. Вот только этого мне не хватало, реально. Я ж голый. Какие шестерки, вы о чем? Все, есть контакт. И, по-моему, еще на магазине стрелял кто-то. Ты все убрал в сейф. Ну я же сказал. Ладно, топаем до магазина и... Там уж будет видно. Заберем еще одного или нет. А, он еще и прям в... Он прям в упоре еще и сталик. Ну ладно. А... Ладно, я молчу, у меня даже уже и слов нет. Что это такое было? Что сегодня не так с игроками? Я куда-то не туда зашел? Почему все так странно себя ведут? Что, например, это было? Он же меня слышал. Он должен был меня слышать. Чего? Тут еще и штурмовики грузятся. Не, я же говорю, сегодня супер странный бой. А? И с глыбы еще и слиток золота падает. Я вас услышал, я вас понял. Все, мы МК покупаем. 100%. Мы каким-то чудом сейчас доживем. И пойдем покупать МКху. 100%. Не, ну это все, это сюда надо пихать. Капец, у нас 500 000 стоимость. Так что, забежим на школу. Чекнем, что там и как. И уже оттуда пойдем на выход. По итогу, пока мы там туда-сюда везде бегали, у нас школа вообще вся по одной залутанная.
Ни ботов, ни босса, ни единого ящика. Все открыто, все залутано. Так что будем смотреть, что так по итогу получилось. Но мы еще и каким-то чудом 8 игроков забрали. Да нет, это соло режим все-таки был. Я не знаю, что там на боссе происходило, но у нас даже хватает на третью карту. Так что, наверное, пока МК-ха откладывается. Все добро мы продаем. Кстати, на 500 000 почти. И запоминаем, что если что вдруг, если мы теряем МГшку, то у нас 500 000 в запасе, и мы можем купить другую пушку. А я не один этот рез вижу. Мы реально появились на рожке с МГшкой, где за один магазин мы еще и по идее босса забираем. Весело живем? Не, что-то сегодня явно не так. У нас то люди странные, то нас закидывает в самое лучшее место на карте. Особенно в нашей ситуации. Даже на ботов не реагируем, я МГшку буду полгода перезаряжать. Ну в смысле ты не откис? Капец. А это вот все потому, что иногда регало почему-то тело. Все, готов. Серьезно, у нас еще и босик сразу розовый. Не, сегодня просто самый лучший день. Вот реально. И АКМчик, и босик розовый. Так, огонь, теперь получается приемим тех, кто к нам пойдет. Или сделаем по-другому. Мы сами к ним пойдем. А вот и тот типочек. Только я не знаю, есть ли смысл с МГшки с такой дистанции зажимать. А, все. Видимо, есть смысл. И, по-моему, он там лутал кого-то стоял. Мне бы вообще до полного комплекта еще МК-14 выбить. Ну, чтобы мы не за свои деньги купили, а выбили именно. И тогда вообще шикарно будет. Ой-ой-ой. Нифига себе голова залетела. Блин, это что получается? С МГшкой на огромную дистанцию работать можно? Один минус, она очень долго перезаряжается. А так, да? Так-то пушка классная вообще. Так, и что тут? О! Четвертая сумочка. И стрелы на арбалет. И я так понимаю, без них вообще никуда. Каждый второй уже с ним бегает. Че еще тут есть? Он же где-то тут отъехал. А, все, вижу. Четвертый. Четвертая броня с свинцованной тканью. И я так понимаю, сейчас многие поняли, куда я резко захотел пойти. Это самый короткий маршрут, чтобы купить шестую броню. Я там говорил прямиком в радиации. Планы немного меняются. У нас тут еще и из дальних респов кто-то бежит. Он же, по идее, прям под нами сейчас плывет, да? Эй, а где он? О! Гребет! Еще и шестерка, кстати. Гроза. Капец, вот чего-чего, а грозу топовую я не ожидал увидеть. Так, ладно, и ее поместим. Мы вообще все поместим. Это человек пробежал? Или это бот? Чего это? Куда ботинок побежал? А... Я понял. А куда он сваливает? Сейчас еще и ботинок на нас. Ну все. Нас только что спалили. Что он делает? При
Причем шестерка. Причем еще один. Так, и второй туда же. О, а вот МК. И как раз таки с нужными мне обвесами. Я думаю, все-таки, наверное, лучше грозу оставим. Ну, на случай, если ничего интересного не выбьем, то пойдем на пятую карту с грозой. Как раз я давно не играл. А тут что? О, еще жетончик. Только у нас еще люди. О, рядом. Все, и еще один минус. И опять фиолка. Мы столько людей закрыли, а нам по КД одни фиолки падают. Ну вот как это работает? Не удивлюсь, если по приходу в радиацию, там тоже кто-то окажется. Так что все, бустаемся, лутаемся и погнали. Ну и где мы тут бегаем? У нас тут есть, оказывается, кто-то. Одной тележки не было на месте. Хотя вторая сторона не тронута. Либо все еще на первой, либо уже в здании. Че по зданию? А, я понял, че по зданию. Чувак, как-то странно там себя здоровяк ведет. Че-то побегал, поорал, укатился наверх. А вот, походу, и наш клиент. Блин, только я не знаю, что он там так долго. И вот это зря было, да? Он же на крышу пошел сразу. Ну да. Че ему еще там делать? Сразу на крышу. Наверное, подождать еще надо было. Я рановато стрелять начал, да? Топает, топает. Типа я его не вижу. Ну и сиди на крыше. Я вам лучше пока яички облутаю. А если надо, то он сам к нам придет. Только главное не пропустить этот момент, когда он сам к нам придет. Мне по идее всего 400 тысяч надо. Ну или 500. То есть 2 слитка и все, и мы покупаем броник и спокойно летим на пятой карте играть. Чекается, да, отсюда? Я тебя понял. Тот ящик чуть позже облутаем. Хотя если тут слиток выпадет, я заберу да и пойду. И все, и у нас шестой броник и так будет. Кстати, да. У нас же еще там 400-500 тысяч оставалось. Походу дела, я вообще ни разу не зря их трогать не стал. Наверное, этот ящик долутываем и вообще уходим. Нам же хватает. У нас еще жетонами целая куча. А он так и сидит и чекает. Не, он шестерка, плюс огромная дистанция, нет смысла. Мы только отъехать так можем. А иногда лучше стоит отступить. Как раз. У нас, по идее, должен уже и босс на рожке появиться. Его заберем, да и тут же выйдем. А мне вот интересно, нам точно хватит? Хотя, у нас еще 2 четвертых броника. Еще, грубо говоря, сотка. Да не, должно хватить. Сейчас продадимся, посмотрим. Так, сразу. Это мы оставляем. А вот все остальное на продажу. Итого 410 тысяч. И там у нас было 450, так что нам мало того, что хватает, так у нас еще и остается сдача, чтобы купить те же самые ремни. И все. И останется выбить шлем. А вот и мы.
А, и еще и в подземке. Да хотя ладно. Я там на всякий случай еще и МГшку не стал продавать. Но мало ли, нас каким-то чудом убьют, и мы еще и грозу потеряем. А вот таланты перекачать я не забыл. Так что, по идее, должно быть даже попроще сейчас. Фига себе там зажимов. Со всех сторон. Алло, а мне-то куда бежать? Блин, я не знаю, куда лучше пойти. Наверное, лучше тут типов закрыть, а потом уже на школу. Ну, здрасте. Все. Готов. А, то есть он такой жадный, он сейчас даже под обстрелом побежал ящик лутать? Не, ну это моя школа. Я тоже так делаю. Стреляют, не стреляют. Главное залутать, а потом разберемся. Что тут у него? 800 обычек. Окей. О, нас целят, целят. Типа я его не видел. Ну, удачи. Пусть стоит. А я спокойно оббежать успею. Так, вон он. А, это и... Это вообще другой типочек. Да видел я тебя. Все. И второй готов. Только у нас на школе люди есть. Да хватит, со всех сторон работают. А самое обидное, мы типов-то закрываем, а они фиолки. Что вот с этого выпало? Этот вообще с Наликом был. А, розовый. И что тут розовое? МК-вышка. Огонь. И еще и бонусом 500 разрывы. Куда столько, я не понимаю. Кстати, а мы если сейчас сюда залезем, мы его и заберем? Или не заберем? Зачем он назад побежал? Не, вот теперь я не понимаю, где он. Все, второй раз объяснять не надо, я понял. А, уже еще и со школы нас чекают. Окей. Да, МК на месте. Так что дальше, я так понимаю, идем уже с МК-ха играем. Осталось только шлем выбить и все. Поэтому собрались и погнали. Не, игра явно прикалывается. Мы только что тут появлялись и опять на этом же месте. Хотя до полного комплекта нам осталось только шлем. Ботов целую кучу напихали. Чего? Это кто вообще? Алло, стой, где ты? Ну, здрасте. А я просто шел наверх. Весело живем. Это хорошо, что не шестерки. Иногда ты спускаешься, а на тебе уже шестерка сваливается. Мы ж тут первые? Тут же никого еще нет? Или уже сидит кто-то? Что-то как-то странно, там шаги отобразились. Не. Первые. Огонь. Да стой ты спокойно. И сразу гости. Да, работаем. Кстати. Глуболь, да, еще стоит. И откуда это? Видимо, чуть-чуть попозже заберем то, что там с босса выпало.
где он типа закрыл. Нам надо его перехватить. На здание пошел. А, он типа не добил его, получается, или че? Зачем он сюда залез? Есть контакт. А вот тот свалить успел. Чё-то мы прям идеально по таймингу сюда зашли. Опять фиолка. Да как это работает? Мне сколько человек еще забрать надо, чтобы увидеть хотя бы один красный лучик? Вообще не падает. Ну, как так? Причем, по сути, нам уже и пушка выпала. И вторая пушка выпала. А вот бронежилета нет. Это четверка. Вангую. Мы подбегаем, а там с него выпал четвертый броник. Ну, чисто по закону подлости. А, даже розовый. Зато с МКХой. Хотя, с другой стороны, я, в принципе, не против. Хорошо, нам не падают бронежилеты, зато нам уже вторая МКХа выпадает. А так, все. Бежим до Гарнета, а с Гарнета уже и можно на второго босса сгонять. Чего? Нас с молниеносной скоростью сбрили, вы серьезно? Да, походу кому-то голова пролетела. Ну, в принципе. У нас сняли сумку и второй МК. Я вот думаю, просто заходить, не заходить второй раз. Короче, все. Финальный. И будем уже завершаться. Даже несмотря на то, что удачно или неудачно. Сейчас боты все заагрятся. Я же сказал. О, так у нас еще и боссик Кобра. Вообще огонь. Справимся ровно за два магазина. Самое главное, чтобы я успел. И все. Так, первый есть. Ой-ой-ой-ой, красный шлем. Все, мы собрались. Мы полностью собрались. Так, можно повоевать пойти. Кто у нас от ботов убивает? Сейчас на меня бот другой сагрится, да? А где он? Все, готов он. И еще и ботинок красный. Вы серьезно? Это как работает? Типа у нас удача поперла? А, нет, нифига. Как падали фиолки, так и падают. Нет-нет-нет. Да ладно тебе. Надеюсь, на нас все осталось. Ну, то есть, шестой сет остался. И опять сумку сняли. Не, все, короче, на этом моменте хорош. Но было весело. И, кстати, не так уж трудно, как я себе представлял. Так что все, на этом моменте мы, наверное, и будем заканчивать нашу сегодняшнюю серию. И поэтому всем тем, кто досмотрел до самого конца, просто огромное спасибо. Ну и, конечно же, не забывайте про лайк под видео и коммент под роликом. Ну и подписочку на канал, чтобы каждый день не пропускать новую серию. Ну а я с вами прощаюсь, увидимся, как обычно, завтра. Всех обнял. Пока.